У нас туго хуже за доларов стало, почти перестали быть Ридары и Синдерей. Ну, потому что это Сирус, блядь. Он нужно играть определенным, блядь, расой. Особенно если она новая. Новая раса всегда будет лучше, чем другая. А еще подсолнухи убейте свои, блядь. Какие подсолнухи? Не знаю, нахуй. Которые поют. Ты пьяный, что ли? Что за пацаны, которые поют, Какой блядь? поющий Ну, подсолнух это был? питомцы ебаные, блядь. Сейчас 30. Ри-ри-ри-ри-ри-ри. Ебаный рот, нахуй. Ой, Нахуй, выключи пьющий звук. подсолнух в натуре, я Я думал. без Да звука как? играю уже года два, наверное. Так я не услышу проф, когда будет говорить, нахуй. Как вот, когда А он челик что-то вас... говорит подсолнух? Конечно, не подсолнух, проф, нахуй. Он когда кто-то А вайпит... зачем... А зачем тебе, Ну, типа, чтобы он говорил? ну, бля, чтобы я понимал, что люди сдыхают, нахуй. Он смешно так говорит, все. Неожиданно? Он соглашает как-то Ой, или как что? Он же неожиданно. молчит. Да, какая Неожиданно. неожиданно, да, вот эту всю хуйню, нахуй. Прикольно же. Синдра говорит, погибни, Да, да? да, да. Удел смертных. Ой, да, Ладно, один все, стресс, он короче. по звуку ориентируется. Все, ребят, все тут были, все знают. Давайте, соберитесь и ёбнем эту хуйню. Точно было бы. Бля, что-то не хватает бафов, не знаю. Подсолнуха. Знаю, на мне все Помажься, есть. пропейся. Пива не хватает. Адель? Да. Ну давай, на чё ты поехали? Для кучи есть тут. Cast. Зеленого, поехали. Плюнул только что. Наводи. Но. Сложно вышли, попробуем работать. Сейчас стопнули профа, никто не бьет. Стопнули профа, никто не бьет. Все по красным поехали. Бля, он как быстро идет. Ну, снаряд летит. Обход в эти обам. Переводим проф. Лучше не стойте. Готовимся, смотрим дебаф. Зеленые в трусы, красный в крест. Разошлись по меткам быстрее. Ой, блядь! Подвис нахуй, блядь. Его вкусил, он еще не. Дерми сейчас баунт. По зеленому все поехали. Пельмени, пельмени, пельмени вышли от зеленого, ушли, 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 ушли оттуда быстрее. Переплюнул. Готовь, сейчас еще одни пельмени полетят. Отошли от босса. Пельмени. Походите. Колба сейчас будут. РДД куча не оставили около печеньки. Мася, походу, друг, это Обаму. Ну, уже вышли РДД. Две штуки кинулись. А, да, мы же договорились на правую сторону. Ну ладно. Выпивай лужу, там станем обратно печеньку. Сейчас пельмени, вот, вот, все, в печеньку установите, туда пельмени должны лететь. По зеленому поехали. Заебись, нахуй. У нас недостаточно мелькопоид, БР по конфелу, серый по реслину, Мася помирает.
Да, шмилики будете в орден зон бегать. На зеленом. Раздали БР, ребафнули ДК, паладина и рок. Или меня точнее. Ребафнули. Все, ДД скучковались почему-то. По красным, да? Колбы сейчас будут. Мелики в красном освещены. Пельмени. Пельмени аккуратно отошли. Аккуратно под слизни там летят пельмени. Мелики босс на них. РДД кучу не встали. Пельмени будут. Пельмени вправо сразу отходим. Вправо отошли, вправо. И по зеленым поехали. Милики, на каждом зеленом убегайте в РДД зону. Еще раз напоминаю. Только появляется зеленый, в РДД зону бегите. Кучнее сейчас пельмени будут. Пельмени отошли вправо. Им пока справа. Не надо в печеньку становиться, там ужином кинуть сейчас. По красному поехали, вернее. Все, теперь в печеньку смещаемся, туда уже полетело. Милик аккуратно. По красному все сыграли. Колбы. Пельмени отошли вправо. Ну или влево там, смотрите, какой пельменник. Все, в печеньку встанет. По зеленым поехали. Нормально успеет исполнить. Заебись, ну, блядь, паладины еще сдохли. Ну, если видите, что хп мало, но не прохиливает вас, нажмите бабл там, что-то, блядь, падайте. Минус 2, БРФ нет. Ну, вы же немножко смотрите за своим здоровьем, думайте немножко головой. И все будет намного лучше и намного проще. Включите мозг, хоть, как, хоть на один раз. А лучше на все время. Ну, на той хуйне лучше сейф переиздавать, типа лужа с зеленым. Да, надо было. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Ну вообще 7 миликов должно хватать. Ну я ебу нахуй. Значит, кто-то не подходит там или что. Должно хватать 7 миликов спокойно. Просто если они ложный жмут. А, ладно, Да, за року там нереально умирать, нахуй. Там ложный выпад, блядь, каждые 7 секунд можно нажимать. Неумирающий класс просто. Да, давай сманем, там далеко. Он еще не зашел. Он вчера зашел. Олбав, давайте там алконфилы же любили, а остальные все тут. И рыбу хавите. Ну, либо, блядь, вы все вместе будете подходить под зеленого, либо вы будете дохнуть, ну, на милика. Плюс там, если урон от лужи, соответственно, вы дохнете, вот и все.
Адель. Давай, чёрт, поехали. Соберитесь, но заебало сидеть тут вайп, серьезно, уже на этом вонючем профе. Босс простой. Реально простой. Включите мозг. Я ТП еще нажму. Давайте проф. Так а че, мы на меликах ходим на зеленом? Да. Или уходим? Лучше уходить, потеряем чуть ДПС, но при этом все выживут. Окей. Не, не успеваем. Все равно. Все, стопните профа, никто не бейте. Стопните, никто не бейте. Уберите, пожалуйста, лапки от урона по профу. Играйте по красной. Все, проф переводит. Смотрим за дебаф, какой на вас чип есть. Зеленые трусы, красный крест. На второй плювок не хватает. В красную плюну. Только. Мечей спаун, дай. Нормально, я квест успел поесть перед квестом. Все, выбежали, пельмени полетели. Сейчас еще одни полетят. Проходить. Еще одни пельмени, готовьтесь. Пельмени отошли. РД для кучи не остались. Сейчас колба, колба. Лужа, вышли. Правее. Пельмени отошли. Влево отошли. Влево. Влево. Ну, в печеньку. В печеньку быстрее. Бьем. Пойдем костом. Блять, кто это? Ладно, прошу, что портал был. Пельмени отошли. РДД в печеньку ставим. По красному поехали. Плюну. Миники в красном освещении. Или меня точнее. Все, босс, идите мить. Лужа, которая... Угу, ладно. Сейчас печеньку стали было подобрать. Печеньку стали. Сейчас пельмени полетят и сдвинемся вправо. От слизни. Пельмени сейчас полетят. Отошли вправо, вправо, вправо. Ну сказал же заранее. Бабл жми, бабл, бабл, бабл. Ну нажми ебаную кнопку нахуй! Ой, блядь. Прохил. Поднимите рейд, блядь, сейчас еще сдохнут остальные. Или менее пошли. Заранее все озвучил, нахуй, все равно не может сделать.
Мася бегит. Ой, дай бы. Лужи вышли. Заебись. Серый даже по кунке. Быстрее красного любимого. Сейчас рекат будет. Прибавь на севара и пала. Пельмени отошли. Печеньку вернулись. По зеленым поехали. Так уйдите, там лужа полетела, только зябра портал есть. Ну выйдите с лужи, блять, озвучил же заранее, нахуй. Чего вы так урона много лутаете? Пельмени отошли, ушли, под стол летят. РДД по красному поехали. 7%. А по профу стопнули все, все в красную сыграли. Проф не кинули. Пельмени отошли. Скорее дига в огонь. Рид, поставь тотем. Юля, дай гимнемен. А, у тебя пельмени вижу. Владыка, дай гимнемен. Проф переводим. Готовимся, смотрим демап, на кого кого вешается и бежим. По своим меткам. По своим меткам разошлись быстрее. Разошлись. Лужа не добивается, багнусь. Геру дали фул ДПС. Пропел побежал. Походи, попробуй допей. Я пытаюсь. Дерми сейчас баун, дай. Сейчас допьется. Зеленого добили быстрее, развернулись по красному. Начнем слева. РДД, звездочку. Щука. Щука, забирай. Щука. Угу. Фонарь забирай. Бланш забирай. Рано забрал фонарь. Я ничего не тыкал. Диминишн. Щука, забирай. Пельмени отошли. Щука. Угу. Ну фонари, ну нахуй ты раньше времени не забираешь, блядь. Я не жму ничего. Ну конечно, блядь. Точно. Ланч забери, все тихо, блядь. Заебись, забирайте. Красавчик. Диминишн. Фонарь дай себе круг. Пожалуйста, помолчи. Бланш забери. Пельмени, блядь. Пиздец. Щука забери. Маси, дай БР по Мирай. Босс, отведи, пожалуйста, клетки туда. Там, где, блядь, ворота, нахуй. Забери... Пельмени. Пельмени отошли. Забери бланш или щука, кто там. Блядь, четвертый стак. Да и... Ксера забери, прохил максимальный, да, и колдплей сокру. Ну, блять, ну к воротам ведите, ну пожалуйста, ну зачем вы ведете в лужу, дебилы, нахуй? Я не понимаю, ну вы видите, что зажимает, блять, там много места около ворот. Я вам, блять, сказал же перед этим, куда вы нахуй ведете, блять? Ну, сука, ну как тут не гореть, нахуй? Вы не думаете головой, вы вообще, блять, не смотрите в экран, нахуй. Куда нам нахуй на РДД, блядь, уходить? Объясните, блядь. Под босса, сука, стать нахуй. Там, блядь, место еще ёбом нахуй в той стороне, блядь. Вы ведете нас в лужу просто, блядь. Или чтобы мы нахуй всей пачкой РДД с хилами перебегали на ту сторону, блядь. Через босса, блядь. Рыба стоит.
Кирилл. Ну, у стрелы тоже диминишинг есть, как и у танта. Босс пошел на него. И у него кончилась стрела. Таунт у него кончился, и он пошел на меня. Таунт, я не знал. Ничего не нажимал вообще. Я жал свою ротацию, чтобы бить. Нет, имеется в виду, что ты таунт не жал никакой. Да, я ничего не жал из таунта. Блядь, вот смотри, сколько там, 5 или 6 секунд, нахуй, длительность этой хуйни. Я сейчас даже гляну у хантов. А вот он линканул. 6 секунд. Я им говорю забирать на 5 секунде. 5-4. Пока еще до них доходит, они обычно забирают на 3 секунды. Пока он идет, вот повешается этот дебаф. Но я же не настолько отстал, чтобы таунтить в его стрелу. Все хорошо. Я промолчу нахуй. Заебись, босса вели на третьей фазе. Я не мог забрать, чтобы подвести. На исходной стали? Давай еще. Давайте. Служи, отойдите там сразу, заранее. Сейчас стопнули, прав, никто не меня стопнули. Все по красному поехали. Служа кинется. Служа у нас. Просто перевозь. Готовимся с дебахами выходить по своим меткам. Побежали по меткам и стрессим. Дермите с бандой. Перемене. Ушли от зеленого быстрее. Сейчас еще одни пельмени полетели. Отвернемся. Пельмени отошли. Колбы сейчас будут. РДД скучковались. Лужи вышли. Пельмени отошли вправо. Справа пока станем. Пельмени там далеко полетели.
красного поехали. Уже вышли. Добили красного быстрее, пельмени отошли. Чинку стали. Еще пельмени полетят еще. Готовимся право встретиться. Успеет откинуть нормально. Не всех успел. Словили. Падайте. Да нахуй пизду. Одно расстройство, блядь. Надо было продавать, мне кажется. Надо ну... было. Я думал, успею, там нормальный запас был времени. Да не, нормально было. Да. Вообще, да, Дармич мог, конечно, отвезти. Но это уже сложно просто, он так не сделает. Я отводил обычно все время. Фонарь жаловался, что... Далеко лужи стелятся. Далеко лужи стелятся, поэтому пельмени летели хуй знает сколько времени. Потому что летели с комнаты. Что как, блядь? Очень просто, нахуй. Вон назад отводишь, когда колбы, блядь. И все, нахуй. Чем дальше босс, тем дальше пельмени летят. Это не всегда отводить надо. Это именно по таймеру зеленого, блядь, когда пельмени летят. Да, перед колбой. Перед пельменями, да. Если зеленый с пельменями, примерно в один тайминг, то лучше отвести. Там надо четко смотреть. Потому что ты можешь отвести, получишься ровно в тайминг прилететь. Блять, ну ладно, Дермиш, я тебе объясню на другом языке. Появляется зеленый. Как только он появился, ты сразу босса отводишь. Назад, все. Рыба стоит, кулаки ставишься. Давайте лума. Берите яйца свои нахуй. Кулак, блядь. Давай еще. Они уже, да. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, ты плохо смотрел. Thank you.
Мася, ход и Обама. Иначе плевка не будет. Только что накопил. Еще не долетел, походу. Да он здесь понажал, не идите к нему, блин. Да вы уроды или что, я не могу понять, нахуй. Ой, дай бер по бобру, нахуй, и серый под мегащуки. Пиздец, блядь. Лунари, блядь. Будет БР сегодня? Или бахнули Хантайма и Лока? По красному поехали. Все в красного сыграли. Плохо играем. Смотрим за дебаф. Красный крест, зеленые трусы. Прохил рейд. На второй плевок не хватает. А у нас люди дохнут, а чё мы нахуй падаете? Ладно, ребят, ну это пиздец, ладно, короче. Хорош нахуй. Чтоб ты понял, нас убила вообще лужа, которая нахуй, блядь, не показывалась. Лужа слизи, блядь, прикинь. Это баг какой-то. Ну, лужа невидимая была. А, привет, кстати. Нахуй, Сирус. Да, кстати, где-то лужа была невидимая. Я одну выпил, думал, где вторая. Я ее даже тоже не увидел. Ну да, видно не было. Хотя она очень огромная и такая яркая. Это, возможно, визуальный баг. Я сначала подумал, что в одной, ну, точке все. Но она слишком быстро выпилась. Ну, поэтому и плюнуть не хватило, потому что одно уже такое, да? Возможно. Фонарь, тебя зачем? О. В смысле, меня зачем? Я сам все делаю. Нет, я не об этом. Зачем показали, как это? Али, ты в 4 жач, ты резал, резай. А я не умею. Это не дело паладинов. А, сейчас я тут с дебафом, блядь. А, зеленый дебаф. Что попадет? Ебать, на чумку зеленый сагрится. Ну это богоюз будет, так нечестно. Надо от этого избавиться. Нари, будет прикольно, если на тебя еще кинется красный, нахуй. И тебя красный слизень выберет и зеленый вместе. Убегать буду. Не сможешь. Зеленый фиксирует. Фридом даст. А может у чумки иммун? Ну, я не знаю, по идее, надо сбросить. По идее, надо не экономить 25 голды на починке. Не-не-не-не-не, невозможно. Диван, дай кому-нибудь. Так, аньки-баньки ты. А, меня кто-то диспальнить успел, видимо. Фу-то... Или нет? Похуй же. Там 20 секунд. Рассеивания не было в этом бою. Ну ладно. Видимо, не в то время. Альтов 4. Есть нити его или нет? Там КД было. Давайте помню.
Давай, четко. Лужа кинется, лужа кинулась. Но уже отходить. Стопнули по боссу, никто не бьет. Стопнули по боссу, никто не бьет. Все по красному пэт. Босс, отведи. Смотрим за своим дебафом, какой поищет. Продлить нечем. Дерьми через баунс. Пиздец, нахуй, охуенно меня еще выбросили. Или меня отошли, ушли. Сейчас еще одни полетят, готовимся. Или меня отошли. Лужа, колбы. Ну заебись, красавчики. Мася, дай бэр. Ребафните его. Пельмени отошли вправо быстрее. По зеленому, да? Ставим. Надо пустые пельмени. Блять, отошел. Красном П. Боже, полетел. Мелики, не дамажьте там, выходите, пожалуйста, сразу с луж, нахуй. Вы чуть не рипаетесь, нахуй, как только лужи в мелизону кидается. У вас остается, блядь, по 15-20% хп. Если кидается две лужи, нахуй, соответственно, кто-то дохнет, блядь. По кому прохила не пройдет. Пельмени отошли право, быстрее. Или меня отошли. Печеньку стали. Лужа чуть правее и по красным пыль.
колбы. Или менее отошли. И по красному все сыграем. Вернулись ближе к печеньке. Ну, с правой стороны стоим, вернулись ближе к печеньке. Около креста, между печенькой и крестом стоим. Еще пельмени полетят. Лужа и пельмени. Влево отошли, влево сейчас. Влево, 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 влево быстрее. Нормально. Пельмени вправо отошли. Стоим пока справа. Влево отошли в печеньку быстрее. Там лужа кинулась. По красному поехали. Стопнули по боссу, стопнули по боссу, не бьем. Все в красном собрали. Блять, ебаные лаги нахуй. Переводить надо быстрее. По боссу поехали, пельмени отошли и по боссу поехали. Все нормально, мы успеваем. Смотрим за дебафом. В зеленом трусы, в красном крест. Отошли быстрее, разошлись. Геру дали пул дпс. Беги, малышка, беги! Зеленого помогли мирить. Быстрее. Прох ловить. РДД звезду. Начинаем сюда. Лужи идеальные там. Блаж забирай. Фонарик забирай. Блять, пельмени, пельмени! Вот это тайминг мы словили, конечно, пиздец. Щука забирай. Я не забирал таунтом. Хуй его знает, что вы мутите нахуй. Диминишинг. Бланш забирай, все тихо, ну пожалуйста, фонарь, хватит пиздеть. Ну не получилось и не получилось. Ну все, помолчи. Вот сейчас они из-за тебя не забрали опять. Потому что ты пиздишь, блядь. Бланш забери. Угу. Дермич, забери босса. Правее РДД станьте там. Этот, щука забери, быстрее. Поздно, 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 поздно. Ну я же сказал поздно. Ну ладно. Бланш забери. Дермич, нахуя ты сразу танчишь? Опять вот, блядь. Да идите нахуй, короче. Пельмени отошли. Бланш забери. Не забрал. Щука забери. Но. Щука. Справишься? Нет. Все, идите нахуй, фанты оба. Кильте чувау. Колбы это одни. Пельмени отошли. Дай сокру фонарь. Кильте чувау максимально. Мой, молодец. Чувау обратно. Забери. Лужи вышли. Дермич из баунд. Следующую заберу тоже. Сможет. Забери, забери, забери обратно. Нет. Давайте пробуйте еще. Сейчас следующий. Один стак, чувак, словишь, пельмени отошли. Дай сокру, люфтор. Заберите обратно. Я сейчас сам. Все, пизда нахуй. Я не знаю, ну, блядь, идите нахуй просто. Короче, ну, нахуй. Короче, смотри, я позабираю. Вы давай. Вместо вы еще ебало свой открываете, ну вот это вот все нахуй. Это сейчас тебе фонарь конкретно адресован. Ну это пиздец некрасиво нахуй. Эти, ну, блядь, они забрать не могут нахуй. Блядь, потом Дермич забирают, они забирают, Дермич сразу таунт нажимает. Еще стак не успел повеситься. Ну, ебаный цирк нахуй. Давай, слышишь, давай сейчас я на следующем трае попробую забирать. Там просто
Я понимаю, там флайтайм есть, но ты им когда говоришь, короче, там до факта, когда стак повешает босс, там 3 секунды где-то. Если они, типа, раньше отдают, он, ну, я не знаю, подожди, как он уходит. Подожди, Войт, фонарь, я на тебя не наезжаю. Ты понимаешь, что они сами не могут этого делать? Я вообще это озвучивать не должен. Они сами должны смотреть на эту хуйню и забирать нахуй. И вы сами должны таунтить после того, как вешается стак. Но вы этого не можете делать. Я специально озвучиваю заранее, блядь, за секунды 3 забирать. Чтобы они, блядь, пока кнопку еще эту нашли, нажали. Может, знаешь, как проще сделать? Давай спросим у хантов. У вас есть ДБМ, который показывает мутировавшая чума? Там таймер, каждые 10 секунд он вешает стак. Скорее не им надо, а танкам, которые раньше забирают. Да, блядь, они не таунтили вообще. Ну, фонарь, ладно, может быть, но дерьмище там явно стаунтил. Там нет, тоже не там таунтил. Такая же тема. Почему вы не слушаете нас? Короче, браузер, смотрите за таунтами. Да не в таунте дело. Надо, чтобы тот, кто забирал, делал это за полсекунды, не за три секунды. Все, хорошо. Филиция, спек не в танк, а будешь танчить. Один там ДД-шмота, блядь, просто в танк смек нахуй. Половину ДД-шмота. На второй, на третьей фазе будешь танчить. Я, короче, первые три позабираю. Я первые три позабираю, потом побью дальше. У меня таунта жалко нет. Может Дима на спеке сделать, там таунт есть. Но так ставить форму специально. Там, два таунта успеют. Там КД дохуя. Сколько там КД на меня? Ну, по одному стаку заберут, Дима уже неплохо. Ну, еще типа есть так же в рейнджу отбежать, как в своей в рейнже, блять. Тот же Реслин может отбежать. Если у него таймер есть, вот этого ДБМа. Восстановление 15 секунд. Ну, заебись, и метанов роза 30 секунд. Два стака можно будет забрать. Правда, надо эти спек делать потом. Может быть. Да там больше дамаг важен будет, что кому-то добивать все равно надо. Мне кажется, то, что вот слишком много ретаунтов, это и есть проблема. Диминишинг от этого как раз таки срабатывает. А, давайте ебашим. Да, убьем сегодня. Вредно. Давай еще. 8. Стоп, на лепров никто не бьет. Раз не приходит. Готовим еще сложно будет. Урод. Проходим. Готовим число, не понял. Дебаф на вас счету. Разошлись по сути. Дермич. Готовься, давай избаунд. Зеленые сыгрались, или листаем. Пельмени отошли от зеленого. Отошли. Протопар, там и колтовый красавчик, оба.
для меня отошли. Я на колбы полетели, чуть приветствуйтесь. На меня отошли вправо. Еще. Сказал бы вправо. Блять. Ладно, верните печеньку. Лужа. Выйдите с лужи. Для меня это же под стол прилетел. Типа, пару раз. Вместо того, чтобы вперед пойти, ты идешь назад и ловишь пельмень. Гений, блядь. По красным поехали. Гуджи. Пельмени отошли. Стоим чуть правее, пока что тоже. Около креста. Сейчас пельмени, кстати, полетят. А сейчас уже. Полетели. Не, ну сейчас не должен долететь. Дармич отвел вроде. Угу. Блять, оно как будто замедлилось перед тем, как откинуть. Этот какой-то пиздец. Высерутся. Да, ебучий, сука, а не сервер, блять. Да еще, еще можно сыграть, давай по Бэри. Войд, Рид, ты сам можешь стать? Войд, Блэки. Мася, Асус. Красный вылазит, беда по красному поехали. Рибафните мага и шамана. Ой, щука, как ты водишь охуенно. Еще всем миликам похуй, и ты еще дальше от них уводишь, блядь. Чтоб мы этого Пельмени. Красного до рекаста дошли. Сука, ничему ты не учишься, нахуй. Лужа, вышли, вышли с лужи. Две, блядь. Все, хороним, ушли от нее. Пельмени. Серый даже был. Дары, закиньте. Пельменит. Лужа выше. А с меня чума не прыгает? Может, умирал, наверное. Забагалась. Хильс, едьте редигу сейчас. Ну, блядь, ну ЮСС не успел кинуть. Да и пизду вас нахуй. Падайте, блядь. Ой, блядь, пизда, нахуй. Его сейчас мгновенно убило. Да там, а почему не перекидывалось? Ну, каплю дай. Дай каплю. Нахуй, нажми кнопку, блядь. Подпросили его, нахуй. Только не говорите, что у вас сейвов, нахуй, никаких личных нету, нахуй. Тут же, блядь, и луну можно дать. Блядь, ну у кого есть, нахуй. Каплю паладин может любой дать, нахуй. Вы просто нихуя не жмете свои кнопки, нахуй. Начнем с этого, блядь. Они мгновенно он умер, блядь. Я почти докастовал из ебаной СС. Мне не хватило полсекунды, блядь. Да, блядь. А чё, Боб сейчас не спасает на зеленого паладина?
Должен. Типа, когда чела продают, вот так вот. Типа, я в зубах сколько жила, пока зубы не кончились. Блять, по-моему, нет, нахуй. Ну, типа. Подожди, кидает... не резай, еще 20 секунд. Стой. Кидает боб, он, по-моему, один хуй идет на человека, типа. Нет, я не... Нет, вы не поняли. Типа, урон не проходит. Когда, вот, допустим, вы меня сейчас продавали, после зубов можно было продлить бопом. Раньше все это работало. Была тупо продавали в бопе, никто не сбегался даже. Да, он брикосить начал. Он брикосить начал, да. Нет, нет, и не было никаких рекастов никогда. Не, я говорю, ты могла бы эльфику нажать этот инвиз, сбросить себе. Тогда бы он стопнулся и начал рекастить. Ой, я не настолько часто играла эльфийками, я даже не сориентировалась бы. Зубы успела нажать, все. А даст ли он ее нажать, вопрос такой. Да, да, можно же нажимать. Он не все скилы бывает нажимать позволял. Ну даже силу забрать. Дали Юльку цыганам. Пить хочу.